Всем большой привет! Меня зовут Юля, и я очень рада видеть вас на своем канале. Обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Сегодня с вами идем в магазин «Светофор», город Курск, улица Карла Маркса. Три выпуска у меня уже было из этого магазина, поэтому обязательно их посмотрите. Ссылки будут в описании под этим видео. Сегодня мы с вами продолжаем рассматривать ассортимент и, конечно же, новинки. Спасибо вам за лайк, желаю приятного просмотра. Хочу вам показать вот эти вот полки, где у нас полотенце. Посмотрим, что нового. Кстати, алмазных мозаик вы у меня всегда спрашиваете, пока я здесь не видела. Если увижу, то обязательно покажу. Что здесь есть в наличии? Простень трикотажная на резинке, 100% хлопок по 272 рубля, 90 на 200. Комплект махровых полотенец с бордюром 50 на 80 и 70 на 130, 286 рублей. Вот они, эти комплекты. В двух цветах они. Такой розовый, бирюзовый. Хотя здесь, возможно, еще подвезли. Нет, это знаете что? Это новинка. Появилась покрывало махровое. 681 рубль. 150 на 200 сантиметров. Очень долго я ждала, пока оно появится именно у нас в городе. Потому что видела в области, в нашей, в Курской такое, а в городе еще ни разу. Никаких этикеток нет на этом одеяле, только производство указано, что Узбекистан. Цвета, смотрите, какие. Я вот держу красивый такой нежный бежевый, потом есть синий, есть бордовый и пыльная роза. Очень приятные они, такие как махровые полотенчики все. Полотенце махровое, жаккардовое тоже здесь есть в продаже. 254 рубля, 70 на 130. И смотрите, здесь все цвета вот этих вот полотенец, которые называются крупная вафля, 40 на 60 сантиметров по 45 рублей. Разные цвета. Когда их привезли, только в первый раз я их увидела, тоже они были в этих цветах. И, видимо, снова был завоз просто. Потом их хорошо выбрали, осталось так несколько цветов. Хорошие очень... Для кухни полотенца будут впитывать просто замечательно, так они еще и красивые, еще есть выбор расцветок, что еще нужно за эту цену, правда? Смотрите, какая есть ниточка красивая люрекса. Так, здесь тоже полотенце махровое у нас по 74 рубля, 50 на 80 сантиметров. Плотность, конечно, у них, ну, не плотные они, скажу так, но все равно думаю, что послужит хорошо, тем более стоят абсолютно недорого. Здесь тоже махровые полотенца, просто они немного отличаются по своему рисунку и по размеру. Плотность примерно у них у всех одна. 122 рубля, 50 на 80 сантиметров. Рядом у нас тоже махровая, 60 на 130. 145 рублей. Так, посмотрим, что у нас здесь по вещам. Ну, вещи, я смотрю, что здорово разобрали. Бриджи остались вот эти в горох женские по 171 рубль. Здесь вот уже совсем остатки роскоши. Так, а это что у нас? Это у нас штанишки, брюки детские, спортивные, 182 рубля. Тоже осталось всего-то три пары. И обувь тоже разобрали хорошо, потому что внутри кожа, а сверху кожзам, за такие деньги 190 рублей. Ну, это правда находка. Такие вот остались. Смотрю, что было их, помню, очень много здесь. Но обувь у нас сейчас не везде почему-то в светофорах. И хочу еще сказать, что очень хорошие здесь детские пижамы. Их разбирают со скоростью света. Я удивлена вообще, что они сейчас есть. Наверху они полностью на резинке. Внизу у них... Мне нравится, когда есть манжеты. Они не сползают наверх, когда спят детки, да? По 150 рублей. Возраст от 3 до 9 лет. То есть они есть абсолютно разные. Нужно просто найти. Хотела еще достать какую-нибудь кофточку вам показать, что тоже здесь на рукавах манжеты. Воротничок вот такой вот кругленький. И он уже, знаете, очень приятный. Такая легенькая байка внутри присутствует. 100% хлопок. Но я думаю, что так и есть. Очень приятный на ощупь. Пройдемся теперь по продуктам. Смотрите, друзья мои, обязательно предыдущие ролики я показывала всю посуду бюджетную, все средства по уходу, все какие-то средства для дома. В общем, все-все-все показывала ранее в обзорах. Обязательно их посмотрите. Кукурузные палочки по 43 рубля за 400 грамм. Их тоже недавно завезли, потому что раньше были кукурузики. Помните,
А сейчас здесь без содержания пальмового масла даже указано. В составе крупа кукурузная, пудра сахарная, масло подсолнечное, рафинированное, соль, пищевая. Давайте посмотрим, что дальше. Очень много сладостей, конечно. Хочу посмотреть сейчас, что именно по новинкам, потому что полный обзор сладостей вам как-то уже снимала. Но если мы с вами ищем новинки, то мы их обязательно найдем. Ведь правда? Смотрите, набор ассорти появился новый, номер 25, кило 300 в нем, 218 рублей он стоит. И вот что в него входит. Пряники, какие-то зефирки, это княжеское печенье с вареной сгущенкой, очень вкусное. И вот эти печенюшки, они тоже вкусные, они с каким-то пропитанным джемом. Все свежее, только завезли этот набор, тоже сейчас с вами его вижу в первый раз, просто уже покупала подобное, поэтому вам рассказала, что именно здесь. Ну, надеюсь, что в остальные светофоры города к нам тоже завезут их. Здесь тоже что-то новенькое. Это восточные сладости мучные, талисман называется, 177 рублей за 1 килограмм. Они, видно, что, по-моему, да, с семечками кунжута. От Яшкина шоколад молочный, новая рецептура. 88 рублей, 90 грамм в каждой шоколадке, а в спайке в наборе их 3 штуки. Конечно, арбуз продается. 13,20 за 1 килограмм. Все большие, звенящие. Как вы арбузы проверяете? Рассказывайте в комментариях, как выбрать вкусненький, сладенький. На вид, в принципе, не битые, все крупные, хорошие, зеленые. Хвостики у них подсушенные. И то же самое дыни. 28,60. Разные по цвету, но почему-то больше вот таких вот зеленых. Таких вот ярких как-то прям мало встречаются. Еще вижу, что есть морковь. Это прям новинка для наших магазинов. Моркови обычно не было никогда. По 31 рублю за килограмм. Морковь такая вся крупная. Я думаю, что даже наша, она такая вся грязная. Мне нравится больше даже такая, чем мытая импортная. Да, друзья мои, смотрите, алмазных мозаик здесь нет. Вот этот стенд, где они обычно стоят. По этому адресу они полностью отсутствуют. И вообще ничего нового в канцелярии я как-то не вижу. Полный обзор снимала этого отдела уже вам. Просто тоже покажу вам общим планом, наверное. Когда будут новиночки, мы их обязательно выловим с вами и рассмотрим более подробно. Машины большие, классные. Шоколадки от Nestlé по 99 рублей. 3 штуки по 80 грамм в каждой пачке. Молочный шоколад и арахис. Вот это вот белочка, но она называется не белочка, но по вкусу точно как белочка с лесными орехами. Стоит 93 рубля. Победа. Молочный шоколад пористый, 68 рублей. 3 штуки. Всего выходит 195 грамм. Все по 3 сейчас прям продают. И, кстати, срок годности у них нормальный. Просто такая вот какая-то политика в светофоре. Очень вкусный десерт вот этот кремовый. Я вам постоянно, как вижу, ой, упала, сейчас поднимем. Когда вижу этот десерт, всегда вам о нем рассказываю. Говорю, что он без искусственных красителей, без глютена. Можно кушать ложкой, добавлять в кофе, украсить десерт. 69 рублей за 200 грамм. И он действительно очень вкусный. Всегда его покупаю без жира. Давайте я вам сейчас состав зачитаю. Вы всегда просите об этом. Просто бывают такие составы очень-очень большие. Я вам их показываю. Можете читать их сами на паузе. Смотрите, здесь по составу у нас глюкозный сироп, сахар, вода питьевая, сухой яичный белок, ароматизатор ванильно-сливочный. И все. То есть все отлично по составу, можно кушать. Друзья мои, была уже я в холодильнике. Есть целый полный ролик, поэтому сейчас прошлась, новинок там нет. Смотрите, полный ролик, если вас интересует холодильник. А я вот смотрю, что тут по морозильной камере, которая стоит в зале. Тоже ничего нового нет, но все чистенько, все ровненько. То есть вообще все идеально, прям приятно ходить, покупать, рассматривать. Как-то ничего нового мне больше на глаза не попадается. Все то же самое. Мюсли фруктовые по 46 рублей. 5 злаков сально. Очень много макаронных изделий. Но все это я вам уже показывала много раз.
Поэтому на сегодня свой обзор я буду заканчивать. Вам большое спасибо за внимание, за лайк и подписку на канал. До новых встреч. Всем пока.